Владимир Ефраимсон, Владимир Друг, Анна Галберштадт, Виталий Комаров. Это с французским акцентом Комаров. Виталий Комаров. Кинжеев, Ольга Исаева и Марк Липовецкий. Все, пожалуйста, слушайте. Простите меня, я должна стоять, потому что я бывшая училка. Свою жизнь до отъезда в Америку я помню очень плохо. Серый туман, дикая усталость. Я была измучена работой в школе, я была измучена отношением с друзьями, которые были... способные такие еврейские мальчики, которые самоутверждались за мой счет. В общем, это было очень все непросто. Меня мучило одиночество, семейная жизнь была в кусках. И я практически ничего не помню с того времени. Но был момент, когда я была и очень счастлива. Это было на Пасху, за год до моего отъезда в Америку. Я к тому времени уже знала Лёву Рубинштейна как поэта, ведущего поэта-концептуалиста. Каково же было мое изумление, я повторяю, я была простой училкой, когда Лёва Рубинштейн пришел ко мне в гости. Пришел с Мишей Эйзенбергом отмечать Пасху у меня. Все озарилось. Этот мрак, эта коммуналка, в которой я жила, этот ужас, озарилась неземным светом. Потому что пришел не просто обаятельный человек, а пришел человек родная душа. Я чувствовала свое сиротство, у меня не было ни отца, ни матери. Я чувствовала свое одиночество. И вдруг я почувствовала, что пришел родной человек, просто старший брат. И началась наша дружба. Она прервалась, потому что я уехала в Америку. Но через 6 лет я приехала в Москву. Город был совершенно чужой. Я зашла в какое-то кафе, и вдруг я увидела Лёву. И я к нему подошла и сказала: «Лёва». Он сказал: «Лёля». Это при том, что мы с ним виделись один раз. И были очень сильно освежившиеся в этот раз. Но он меня узнал. Он меня обнял, поцеловал, мы пошли с ним гулять. Потом он пригласил меня в гости, и наша дружба завязалась абсолютно, встретились родные люди. И я не одна такая. Он так относился ко всем. И если он чувствовал какую-то интеллектуальную и литературную, и чисто человеческую близость, он этого человека принимал как родного. Я хочу вам прочесть его эссе, в котором, как мне кажется, отражается и его личность, и специфика его творчества вообще. Называется это эссе «Летнее наступление на грабли». Грозное и тревожное для одних – и внушающее надежду другим слово «наступление», образованное от глагола «наступать», входит в состав некоторых идиоматических выражений. Пролетело лето, наступила осень, нет в бараке света, спать ложимся в 8. Написал когда-то очень давно блистательный Игорь Хоббит. «Извините, но вы наступили мне на ногу и стоите на ней», сказал однажды мой вежливый тесть какому-то мрачноватому хмырю в переполненном автобусе. На что хмырь отреагировал уж так, как сумел,
Но вполне, надо сказать, эффектно. Он сказал, ничего, не страшно, не переживайте. Эта формула прочно вошла в семейный фольклор. Когда кто-нибудь, чаще всего я, что-нибудь роняет, проливает или разбивает, произносится ритуальное «ничего не страшно». А еще в советские годы в газетах, телевизоре и в речах лекторов из общества знаний, рассказывавших нам о международном положении и непримиримых классовых противоречиях в странах растленного и умирающего Запада, существовала такая растоптанная, как старые тапки, формула «весеннее, осеннее, летнее, зимнее наступление трудящихся». Трудящиеся в соответствии с календарными обстоятельствами неуклонно наступали, а шаткий и валкий мир капитала с его логикой чистогана, денежного мешка и гонкой вооружений все отступал и отступал по ходу позорного отступления, неуклонно укрепляясь и обидно расцветая. Есть еще одно наступление, занявшее видное место в современном русском фольклоре. Объединив оба наступления в одно, я придумала однажды нечто вроде летнего наступления трудящихся на грабли. Грабли, да, грабли, наступать на которые решительно не рекомендуется, особенно повторно. До поры до времени сами по себе грабли не наделялись какими-то особыми качествами и свойствами. Не наступай, и все будет ок. Но пару-тройку лет тому назад я прочитала где-то о том, что один из многочисленных думских златоустов призвал не наступать на те грабли, которые уже показали свою неэффективность. Оценка и использование садово-огородного инвентаря, пусть даже в метафорическом смысле, с точки зрения его эффективности или неэффективности, придает всему этому дополнительные измерения. Как-либо комментировать это, как, впрочем, и большинство других вербальных отправлений думских мыслителей, особого смысла не имеет. Зато я вспомнил некую трагикомическую историю из, так сказать, дачной жизни. Тоже, между прочим, про грабли. Причем грабли в этой истории фигурировали в самом буквальном, в самом неметафорическом значении. В одно из погожих летних воскресенье 2005 года на даче у знакомых собралась компания друзей. Все как обычно. Веранда, вино, самовар, варенье, шашлычок, клубника на грядках, шутки, смех, комары. Нельзя было не заметить, что под глазом у милейшей хозяйки уверенно расположился сохранивший остатки былой эффектности синяк. Гости, люди в основном тактичные, вопросов не задают. Хотя и интересно, конечно, что такого могло с ней случиться. Не с мужем же, тишайшим и кротким человеком, она подралась. Нет, такое представить себе было невозможно. А что все-таки, в общем, непонятно и жутко интересно. В какой-то момент сама хозяйка, видимо, пощадив неудовлетворенное любопытство собравшихся, решила разъяснить эту клинико-косметическую аномалию и сказала: «Вы, конечно, заметили мой фингал под левым глазом. Как вы думаете, каково его происхождение?» «Ладно, не гадайте, я сейчас расскажу. А еще лучше покажу, пошли за мной». И она повела вереницу любопытствующих гостей в сторону сарая. К одной из его стен были прислонены те самые грабли. «Взгляните на эту стену», — сказала хозяйка, слегка пародируя специфические интонации провинциального экскурсовода. Видите эти грабли? Казалось бы, самые обычные садово-огородные грабли. Тут она сделала выразительную театральную паузу, после которой продолжила. Ровно неделю тому назад я в темноте наступила на эти самые грабли. Это было примерно так, прибавила она, и зачем-то показала, как именно это было. Но поскольку она выпила перед этой своей экскурсией некоторое количество вина, она показала это настолько энергично, а грабли при этом продемонстрировали такую завидную готовность к сотрудничеству и, главное, такую эффективность, что в этот раз получился не какой-то там жалкий, хотя и нарядный синяк под глазом, а полноценное, хотя, слава богу, не очень сильное сотрясение мозга. Вот. А мы все время ворчливо и насмешливо броним разных косноязычных
руководящих работников. А ведь если бы не они, разве вспомнили бы мы и не захотели бы поделиться друг с другом массой симпатичных историй? Да ни за что. Ну, я с Лёвой познакомился, когда открылся Московский клуб поэзии, это было в 1985 году. Я не помню, на самом деле, вот на первой встрече, помню, встретились мы с Лёвой или нет, он появился позже. И появился он чтением стихотворения стихов с карточек. Это вот стало его маркой, все про это знают, все это слышали. Я на самом деле могу... Мы не были очень близкими друзьями, мы с ним, понятное дело, встречались в клубе поэзии, хорошие приятельские отношения, но не то, чтобы вот мы как-то дружили. Там могут сейчас вспоминать какие-то смешные вещи, там, скажем, то, что я очень люблю, вот, когда там говорили про советские песни, которые, как известно, я его любил. Кто-то сказал, что, скажем, «Широка страна моя родная» — это хорошая песня. Он сказал, да, замечательная песня. Просто я в детстве никак не мог понять, что значит «много в ней». И разговор закончился на этом. Вот. Но на самом деле я хочу говорить не об этом. Я хочу просто прочитать сейчас так, как читал он. Я постараюсь сделать так, как он, на карточках. Одно из его стихотворений. Это просто вот будет, покажет вот то, как мы его увидели. Я и многие другие, которые до этого его не знали. Это не будет первое стихотворение, которое он там писал. Первое, по-моему, было «Мама Малорама». Да, по-моему, значит, да. Да. Вот. Я прочитаю стихотворение, которое было годом позже, в 87-м году. Называется «Кто там спаливал туман?» «Кто там спаливал туман?» «Кто там в палевом тумане приближается сюда? То как тени на экране, то как воздух и вода. Кто там в палевом тумане устремляется вперед? То в капкане, то в нирване, то как сам не разберет. Кто там в палевом тумане молвит слово «надо ждать». Надо жить, а ждать не надо, можно так всю жизнь прождать. Кто там в палевом тумане глядит прямо наяву? Кто там в палевом тумане говорит и говорит? Кто там в палевом тумане нам разлуку пропоет? Кто там в палевом тумане улыбается, молчит? Кто там в палевом тумане непонятно что и где? Может, в палевом тумане мы увидимся с тобой. Среди разочарований нашей жизни непростой. Если в палевом тумане вспыхнет хоть одна звезда, это значит, рядом с нами появилась она. И зашипев, погасла. Дальше пришлось двигаться на ощупь в полной темноте. А Жуков был уже разговор. И что? И зашипев, погасло. Вот это номер, подумал Филичев, она же последняя. А Коля Пошишевский? Ну еще чего? А что такого? И зашипев, погасло. Это конец молнии пронеслось в голове. А если Арлазаров? Арлазаров? Ты что, еще ничего не знаешь? Нет, а что? И зашипев, погасло. По толпе пронесся вздох облегчения. Ну а Шапира? У Шапиры же зубы. Ой, да, я совсем забыл. И зашипев, погасло. Мы жадно прильнули к иллюминаторам. А Поташников? Ты еще скажи, Сергеенко. Ну при чем тут Сергеенко? И зашипев, погасло. Вскоре из отдельных капель соткался настоящий тропический ливень. А Гизатуллин? Гизатуллин, говоришь? Ну да, Гизатуллин. И зашипев, погасло. Я ждал этого, задумчиво произнес Краузер. А Нелли Федоровна? Это с ее-то жопой? Причем тут жопа? Остряк. И зашипев, погасло. Все, что было дальше, вспоминалось какими-то смутными обрывками, как дурной сон. Ну хорошо, а лошак? А лошак уже. Да что ты, когда же ты она успела? И зашипев, погасло. Ну и тут ребята не сплоховали. На выручку пришел армейский опыт. А Николаев, который из них?
Но не Славик же. И зашипев, погасла. Я же говорил, со мной не пропадете, осклабился мнимый профессор. А Сурен? Ну, допустим, Сурен. А еще кто? Еще кто? Давай подумаем. И время пронеслось. По истечении срока родилось и дитя. Родилось, улыбнулось, и время пронеслось. Родилось, улыбнулось, и время пронеслось. По истечении срока пошло оно гулять. Гуляло, улыбалось, и время пронеслось. Гуляло, улыбалось, и время пронеслось. По истечении срока пришла к нему любовь. Пришла и улыбнулась, и время пронеслось. Пришла и улыбнулась. И время пронеслось. По истечении срока родилось и дитя. Родилось, улыбнулось, и время пронеслось. Родилось, улыбнулось. Например, стул. Стоит, никем не занятый, а сесть на него почему-то все побаиваются. Или, скажем, яблоня. Цвела вроде бы хорошо, пышно, а вот яблок почему-то нет. Или, например, одна знакомая. Отличная, между прочим, девка, симпатичная, компанейская, а вот нет никого. Или зеркало. Хорошее зеркало, старинной работы. А никто почему-то в нем сам себе не нравится. Что такое? И время пронеслось. Больше 40 лет, и с которым связано очень много поэтических как бы переплетений и какой-то судьбы, наверное, да. Давайте вот так вот. Вот 85-й год, зима, и это Белорусский вокзал, кажется, это Лесная улица, ДК, на Лесной это называлось. И вот ваш покорный слуга выходит, огромная толпа, ни одного пустого места, и он... Значит, среди других он начинает читать краткий телефонный справочник, городской телефонной сети, составлен по состоянию на 1 января 1984 года, прошедших изменений, можно узнать по телефону 0-9. Вот, и он читает. Просьба не загружать телефонистов вопрос, не относящихся к их прямым обязанностям. Агат, магазин, вторучка, магазин, агитатор, магазин, держать. Начинается шум в зале, естественно. Антиквар, аккумулятор, ремонт, зарядная станция, старший ремонт, зарядная станция. Кто-то уже кричит, уже, блядь, заткнись уже. А он читает 127, 77, 77, 78, меняю семерку на восьмерку, как слышите, прием, обширон, магазин, аккорд, магазин, Начинается просто шум в зале, хотя толпа, в общем, настроена на восприятие каких-то необычных текстов, и вообще контекст такой, что это 80-летие Хармса. Которое полуподпольно было непонятно. Можно было отмечать, нельзя было отмечать, но буквально месяц до этого, значит, это отмечали в Литинституте, и мы тоже осмелились, и, в общем, каким-то странным образом распространилась информация, и 10-12 человек выступают, и вот ваш покорный слуга, вот это вот, и злоумышленник, угнавший чужой транспорт, несет уголовную ответственность, предотвращение угона автотранспорта, общая задача, говорить, это не телефонный разговор, а не... Значит, в зале шум, и кто-то явно, даже из этой публики подготовленный, значит, к восприятию этого простого перформанса телефонная книга, сейчас это, в общем, уже просто, что называется, ABC, начинает орать. И в меня чего-то кидают. Позвони мне. Я сижу, и вдруг из зала встает Лёва Рубинштейн,
Внимание, в справочнике приняты следующие сокращения. Б большой, Буца, больница, Бубу. В общем, короче, он встает и кричит: ну-ка, ша. Заткнитесь, Лёва. Вот такого, так сказать, масштаба. Вот. И вдруг эта толпа, значит, замирает, и я хотя бы не до конца, но как-то дочитываю этот текст. Вот после, даже запись где-то, мне потом прислали запись этого вечера, это была не первая встреча с Лёвой, первая была, наверное, лет за 5 или 6 до этого. Мы не дружили, никаких там, но я помню, что кто-то меня... такого совершенно новенького, свеженького такого мальчика позвал, по-моему, была улица Чехова, какая-то коммуналка такая глубокая, и я даже в нее не вошел, огромная дверь такая коммунальная, толпа стоит на лестничной клетке, и все, значит, слушают где-то там, в далекой комнате, Лёва, его не видно, все. И он читает, значит, что-то вот свое. Это было просто для меня открытие такой, другой Москвы, другой поэзии, совсем другой, которую я никогда не знал. И это, конечно, перевернуло мозги этого маленького мальчика. А текст был, я не знаю, ну вот примерно такой, наверное, я кусочек даже. Это я. Это тоже я. И это я. Это родители. Кажется, в Кисловодске. Надпись 1952. Миша с волейбольным мячиком. Я с санками. Галя с двумя котятами. Надпись «Наш живой уголок». Третий слева я. Рывок в Уфе. Надпись «Рывок в Уфе». 1942 год. Неизвестный. Подпись. Дорогой Ёлочке на память от М.В. Город Харьков. А это отец. Пижамин. С тяпкой в руке. Надпись. Кипит работа. Почерк мой. Мама. С глухой портнихой Татьяной. Обе в купальниках. Надпись. Жарко. Лето 54-го года. А это я в трусах и майке. Сидят Лазутин Феликс и чья-то рука, пишущая что-то на листке бумаги, Голубовский Аркадий Львович и капельки дождя, стекающие по стеклу вагона, Розалия Леонидовна и маленький розовый конверт, выпавший из женской сумочки. Кошелева Алевтина Никитична, уборщица, и беззвучно шевелящиеся губы телевизионного диктора, покойный А.В. Сутягин и обрывы фотографий, плывущих к весеннему ручейку, Гаврилин А.П., школьное прозвище «Таксидермист», и надувшись вену на руках у живого рабочего. Профессор Витте и раскрытый зонтик, медленно выплывающий из-под моста. Стоят Мартемьянов и С. И мы видим одинокий листок, оказывающий отчаянное сопротивление ледяному осеннему ветру. И надпись «При чем здесь я?» Могилевская С. Я и Пилипенко В. Н.
и мы выйдем падающим на пол золотые кольца состригаемых волос. И надпись: «Виноваты все, а отвечать тебе». Толпыгин, Г.Я. И мы видим заплаканное лицо итальянской тележурналистки. И надпись: «С тех пор прошло немало лет, и ты все тот же, что не был, и как бы, что я был, и как некогда сказал поэт, чье даже имя позабыл». Иохаем Сарторитус. И мы видим разорванный пополам валет пик на сиденье кожаного кресла. И надпись: «Здесь будет все, и плеск весла, и слово, неважно, люблю той, нежное люблю той, что еще не доросла, чтобы строить глазки королю». Говенда, Т.С. И мы видим 6 или даже 7 ярко-оранжевых таблеток на дрожащей детской ладошке. И надпись: «Такой я буду умирать, другой споткнусь и упаду. Недаром так боялась мать, что я найду, что я пойду на поводу». Макеева, О.А. И мы видим отчетливый, и мы видим отмеченный на географической карте город Бахум. И надпись: «Привычка так существовать восходит к той еще поре, когда шуметь и приставать не разрешали детворе». Конотопов, В.Н. И мы видим кучу собачьего говна со свежим следом велосипедного колеса. И надпись: «Когда устаешь ждать беды в своем таком родном углу, запомни влажные следы на свежевымытом полу». Замесов, В.Н. И мы видим детский пальчик, неуверенно подбирающий на клавишах мелодию шубертовской форели. И надпись: «Терпение, слава, две сестры, неведомых одна другой, молчи и скрывайся до поры, пока не вызовут на бой». И мы различаем полумраке силуэт огромной крысы, обволакивающий лицо спящего ребенка. Это я. Это опять я. И тут наконец-то появляется большая серебряная пуговица на дорожном плаще молодого человека, едущего навестить умирающего родственника. И дрожит дуэльный пистолет в руке хромого офицера. И дрожит раскрытый на середине французский роман в руке молодой дамы. И дрожит серебряная табакерка в руке бледного молодого человека. И дрожит оловянный крестик в руке пьяного солдата. И дрожит большой серебряный самовар в руках пьяного военного врача. И слегка подрагивает блестящий клюв больной черной птицы, неподвижно сидящей на голове гипсового бюста античной богини. Это все я. Лазутин Феликс. Спасибо, мне уже пора. Уходит. Мартемьянов Игорь Станиславович. Сезон откровений. Сборник литкритических статей. Москва. Современник. 1987 год.
Голубовский Аркадий Львович. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Уходу. Толпыгин Геннадий Яковлевич, «Крещенский зной», стихотворение и поэмы, Тула, Приокское книжное издательство, 1986 год. Розалия Леонидовна, уже поздно, мне пора, уходим. Могилевская Сусанна Яковлевна, Пилипенко Владимир Николаевич, нам весело, а вам? Репертуарный сборник для учащихся 4-6 классов школ для слабослышащих. Москва, просвещение, 84-й год. Кошелева Антонина Никитична, уборщица. Ой, ботинки, что же ты я расселась-то? Надо уже идти. Буквально. Сарториус Иохим, «Формула крыльца», роман. Перевод с немецкого послесловия А. Ривкина, «Москва, наука», 84-й год. Покойного Сутяги. Бывают ли у нас, Любочка, такие состояния, при которых буквально все, что происходит с вами и вокруг вас, как старушка, видите, что-то ищет в сумке, и вот кошка побежала за угол, и все это исполнено какого-то великого и тайного смысла, который, кажется, сделай лишь маленькое усилие, и поймешь сразу и навсегда. Что, простите? Ничего, я слушаю. Так бывает или нет? Что бывает? Уходит. Равенда Тамара Критонина. Некоторые вопросы неконвенциональной поэтики в поздних трудах Джеймса... Джеймса Дойсона. Актуальный лабиринт. Выпуск 3. Москва, 82 год. Страница 1221. Макеева Ольга Александровна. Календарные образы племен Среднего Левобережья. Там же страница 1221. Конотопов Валерий Николаевич. Драма Томаса Бауэра «Скотница» и «Курфюрст». К анализу основных мотивов. Там же страница 1221. Замеса Виктор Николаевич. «Кризис паразитарного сознания». Что дальше? Там же страница 1221. Гаврилин А.П. Мы, к примеру, говорим, что ветер шумит, да. Ну да. А шумит вовсе не ветер, а то, что попадается ему на пути. Ветки деревьев, кровельная жесть, печные трубы. А ветер, Любочка, не шумит, не шумит. Что ему шуметь? Действительно. Уходит. Профессор Винте, один, Господи, сколько же можно пережить это, нет никаких сил, ведь я же честно стараюсь, видит Бог, я честно стараюсь, срывается на крик. А это все она, эта тупая мещанка Антонина, а чего же мне стоит ее восхитительный кузен? Эта ненавистная скотина, украшенная университетским дипломом, знает один только Бог. Впрочем, я, кажется, знаю, что надо делать. Уходит. Вот смотри, сначала надо протереть вот этой губочкой. Смотри, а вот тебе, я вот тебе показываю. Вот этой губочкой, потом вот этой сухой тряпочкой, чтобы не ржавело. Понятно? Уходит. Они мне сказали, что в праздник зайдут вечером. Ну, я пирог испекла, с яблоки, они любят, я переоделась, сижу, жду. А они мне вдруг звонят от Шустера. Говорят, Шустер пригласили, и они к ним поехали. Ну, как же так? Я так расстроилась. Сижу, как дура, со своим пирогом. Позвонила тебе, думаю, может быть, ты заедешь, поедешь. Так ведь ты тоже любишь, тебя... Тоже дома нет. Я даже поплакал немножко. Так тоскливо было. Ну ладно.
Не обращай внимания. Уходи. Ты знаешь, я пойду, пожалуй. Куда ж ты пойдешь, чудак? У нас ведь свободен весь чердак. То есть подушка, одеяло. Нет, нет, спасибо. Мне пора, смотрит на часы. 12:10. Успеваю. Ну что ж, ни пуха, ни пера. Уходит. А это я. А это утро золотое, когда пускался на утек от разъяренной тети Зои простой соседский паренек. А это я. А это Владичский рай, полузабытый силуэт, мои очки, простой оправе, мне 9, ей 12 лет. А это я. А это те четыре слова, которые сказал Сапёк, когда Колян согнул подкову, а разогнуть уже не мог. А это я. А это праздничные столицы, краснознамённое «Ура!» и свежевымытые лица девчонок с нашего двора. А это я. А это гимна, звук прелестный, в 6 ровно, будто бы и не спал. Наверное, радиоточку кого-либо, наверное, радиоточку кто-либо выключить забыл. А это я. А это я в трусах и в майке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке. А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке. И мой срок со мной. И мой срок со мной уходит. Танечка, иди сюда. Здесь. Ну, как мы знаем, в России отношения авангарда с формализмом были довольно агрессивными, иногда даже кровавыми. Комара Меламида есть персонаж Бучума, в котором выбили глаз в споре об искусстве. А Пригов и Рубинштейн это были, в общем-то, из люди, которые вышли из неофициального искусства. И они совершенно, как говорят, смели нас ног. Это было, когда они появились в Америке, это было в эпоху перестройки. Они совершенно проявили. Я познакомилась с ним еще раньше в Германии с Виталием, который знал его очень давно, там, с 1972 года. Стихи на карточках произвели фантастическое впечатление. Но я очень хорошо помню, как тогда в публике русские эмигранты довольно... Всегда можно было ожидать какого-то агрессивного выпада из публики. Когда приехал, например, Айзенберг, он что-то читал в студии Комара и Меламида, какой-то человек довольно агрессивно ему сказал: «А что вы имели этим в виду? Что вы хотели сказать?» Хотя поэт обычно говорит то, что он имеет в виду. И казалось, что он сейчас ему просто даст морду. Вот когда Рубинштейн читал стихи на карточках, это было в центре Workman Circle, такой был старый, центр, где профсоюзные, где читали стихи русские поэты. Какая-то женщина из публики сказала: «Вот я преподаватель русской литературы, и я люблю поэзию, я люблю, там, не знаю, Пастернака, Цветаева, там, Евтушенко, а вот в ваших текстах я совершенно не понимаю, что вы такое пишете, что это значит?» И Лёва сидел и так улыбался, как-то виновато, собственно говоря, нечего было сказать на это. А поскольку мы, в общем, в помещении театра, я хотела... Анжуля, сейчас. Я хотела...
хотела прочитать вот что. Лёва Рубинштейн, тут пишет, значит, цитата Анатолий Голубовский. Рубинштейн не любил театр. Вернее, он, конечно, любил такой театр. Он любил такой театр, как «Тень» или спектакль Димы Крымова. А вот театр-театр, или так называемый русский репертуарный театр, не любил совсем. И вот дальше пишет Лёва про Крымова. «Дима со мной встретился и сказал, что он делает спектакль по Анне Каренину, что в спектакле главный герой Сережа в виде куклы. А сказал, что сценарий он пишет сам, но что ему нужна эффектная концовка, которую он сам придумать не может. И я ему сказала, что у меня есть давний текст, который называется «Вопросы литературы», который состоит, в общем, из огромной серии разных вопросов. Вот-вот, сказал Дима, такое мне и надо, только не такое большое, имеющее отношение к Анне Карениной. Ну вот я и сочинил. Я хочу прочитать этот текст, который читала там актриса Маша Смольникова в конце спектакля. Последние вопросы. Из спектакля Дмитрия Крымова «Сережа». Вопрос первый. Где они все? Куда делись? Что с ними стало? Кто помнит? Кто сможет рассказать? Кто? Где? Второй вопрос. Не помните ли случайно, какие семьи бывают похожи друг на друга? Третий вопрос. На что бывают похожи все счастливые семьи? Четвертый вопрос. Какая семья несчастлива как-нибудь по-своему? Пятый вопрос. Как именно несчастлива каждая несчастливая семья? Вопрос шестой. Кто сможет рассказать об этом? Кто-нибудь помнит? Помнит кто-нибудь? Я вас спрашиваю. Далее. В чьем доме все смешалось? Далее. Что смешалось в доме? Далее. И что там было? На катке, на балу, в поезде туда, в поезде обратно. Что там было? Десятое. Откуда прибыл тот поезд? Кто-нибудь помнит? Одиннадцать. А другой поезд откуда? И куда он следовал? И что там случилось? А что случилось еще где-нибудь? Тринадцать. А еще хоть что-нибудь где-нибудь было? Было или нет? Было? Нет? 14. Если было, то что? 15. Если нет, то почему не было? 16. И почему все именно так, а не как-нибудь еще? 17. А почему вдруг ни с того ни сего уши? Чьи уши? Зачем? При чем тут вообще уши? 18. А кто там с кем-то переписывался одними лишь первыми буквами слов? И кто помнит, о чем была эта переписка? И кто помнит, чем все это закончилось? Кто помнит? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 19. А кто там родился? Мальчик? Девочка? Кто? 20. Как назвали? Помнит кто-нибудь? 21. А кто болел, болел, а потом все же выздоровел? Кто? 22. А умер кто? 23. А еще кто умер? 24. Кто помнит? 25. А почему все именно так, а не иначе? 26. А что там такое было про синокос? Не помните? Ну как же, жаркий день, мокрая рубаха, квас, мужики, неужели не помните? 27. А про охоту что там такое было? Небось и не вспомнить уже. 28. А что за разговор? О чем они эти разговоры? Помнит кто-нибудь, о чем они эти разговоры? 29. Ну, а это о чем? 30. А чего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что? Когда гадко смотреть на все, на это? Но как? Зачем? Этот кондуктор пробежал по жердочке. Зачем? Зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? Зачем они говорят? Зачем они смеются? 31. Зачем? 32. А что было потом? Было потом что? Что потом было? 33.
И откуда все-таки прибыл тот самый поезд? И куда ушел? Кто-нибудь помнит? Никто не помнит. Неужели никто? Совсем-совсем никто. 34. Да имеет ли это теперь хотя бы какое-нибудь значение? 35. И почему все именно так, а не иначе? 36. Именно так. 37. А не иначе. 38. И вообще. 39. Что? 40. Все это. 41. Значит. Вот. Ну вот Анна Хальберштадт сказала, что я знал его фактически с самого начала соцарта, и где-то уже самое начало 70-х, 72-й год. И действительно, в то время возникли очень интересные пересечения между поэтами и художниками. Мы ездили иногда отдыхать в одно и то же место. Там было такое место Кясму в Эстонии. Туда приезжал и Монастырский, и Лёва, естественно, приезжал. А приезжали Геровины, тогда были очень популярные два муж и жена художники. И там возникали разговоры, споры и так далее. И вообще слово «концептуализм» появилось довольно поздно. Вообще в старых дореволюционных словарях, которые были у моего дедушки в библиотеке, это вообще религиозное направление концептуализма называлось. Фактически концептуализм возник сначала как концептуальный поп-арт. Я думаю, этому будет интересно. Тут прочли очень много его стихов, а я бы попробовал бы обозначить контекст возникновения, предысторию, всякого рода эхо или наоборот зародыши вот этих всех явлений, которые появились после зрелого поп-арта. Даже был термин «концептуальный поп-арт». Это были художники, которые изображали не просто товары и рекламу уличную. Художники, которые принесли в музей не только уличные вещи массовой культуры, в музей как центр элитарной как бы культуры, они принесли также вот это взаимодействие вообще слова и изображения. Это часто было и в рекламе, и в пропагандистском советском искусстве, китайском и так позже. И вот это взаимодействие слова и изображения появилось впервые, видимо, не только в иконах, которые, в общем-то, весь Ренессанс, даже большая часть Ренессанса и старого искусства была посвящена иллюстрации к Библии просто-напросто. Но там текст крайне редко включался в само изображение. А здесь появилось какое-то особое отношение к тексту как явлению, как бы трехмерному или визуальному явлению. Вообще, когда мы говорим об искусстве, мы всегда занимаемся своего рода поэтическим переводом. Мы переводим с языка визуального на язык вербальный. Поэтому это так же сложно, как перевести, наверное, на нерусский язык Хлебникова некоторые вещи. Вот, их просто невозможно перевести. Вот. И то же самое возникает иногда с разговорами об искусстве и взаимодействии визуальных искусств с поэзией и вообще со словом. В Китае это гораздо проще в какой-то степени, там, видимо, другой способ мышления, потому что слово еще имеет визуальный образ. Вот если вы думали, например, как китайцы находят в своем словаре нужные понятия в энциклопедии. Вот мы по буквам, да, а там как? Я когда был в Китае, очень много говорил с художниками, которые меня пригласили туда. Там в Китае появился в свое время китайский соцарт.
Вот. И там совершенно другой принцип вообще запоминания и структурирования слов, структурирования образа всей Вселенной. Это совершенно другой способ мышления, который когда-то, может быть, был в Древнем Египте. Сейчас ни одного иероглифического народа не осталось из древних времен. В Египте говорят уже на арабском практически. Вот. Но это другой разговор. Так вот, мы очень много на эту тему разговаривали. И я бы хотел, в общем, Лёва с интересом воспринимал то, что мне казалось российским первопроходцем. Знаете, было время одно, когда все пытались приписывать России, там изобретение паровой машины и так далее. И многие вещи. Хотя доказано, что первый паровой двигатель описан чуть ли не в Александрии во времена пост Александра Македонского. Вот. Но это другие разговоры. И мне казалось, что все-таки в искусстве изобразительном впервые это сделал русский авангард, российский авангард. Это был такой карнавал. Кровавый карнавал, как в Сатурналии, знаете, в конце каждого карнавала раньше, в Древнем Риме, в Сатурналии, Сатурн пожирал своих детей, избирали короля карнавала, а потом его убивали. Но во время карнавала все должны подчиняться его любым приказам, даже кровавым, там, сексуальным, любым. Но избирался король. И вот в этом смысле Бахтин правильно описал революцию, но иносказательно, именно как кровавый карнавал, который закончился казнью всех этих карнавальных персонажей в масках, там, вождей, революционеров, там, утопистов и так далее. Вот. И вот во время этого карнавала был создан интересный образ визуального искусства. Это лозунги, белые буквы, иногда с цитатой из Маркса, иногда совершенно другие тексты, белые буквы на красном фоне. То есть толпа двигалась с лозунгами, потом, когда произошла революция, толпа остановилась, демонстрации. И эти лозунги повисли на домах, заменив собой былые рекламы. Реклама ведь это тоже своего рода зародыш концептуализма, где сочеталось и изображение продаваемого предмета, и название его, трейдмарк, так сказать. Ну, пропагандистское искусство, агитационное искусство советское тоже было своего рода попыткой толкнуть на героический подвиг. А здесь героический подвиг тоже иногда взять лоун в банке и купить квартиру, или купить дорогой автомобиль. Это тоже такое что-то сделать, выходящее из ряда вон, особенно если денег мало у человека. Вот. Поэтому в идеологическом концептуализме в зародыше очень много близкого к рекламе западной. Вот. Но мы отвлеклись. И ранний соцарт именно этим апеллировал. Это были лозунги и придуманные. Например, был лозунг, который мы с Меламидом написали «Вам хорошо» с восклицательным знаком на красном. Это была как бы квинтэссенция очень многих лозунгов. И мы много об этом говорили. И Лёва вообще, он очень любил общаться с художниками. И тогда еще как бы никто не понимал, что это концептуализм. Потому что слово концептуализм зародилось сначала в изобразительном искусстве. Были предшественники, в том числе наш соцарт, некоторые картины Кабакова, которые были заняты текстом. Был понятие скриптуального искусства. В общем, это довольно интересное было такое поле, перепаханное в разные стороны. И то, что они осознали, вот эта группа осознала, именуемая московским концептуализмом, осознала себя как искусство именно, как разновидность искусства или какой-то гибрид искусства и изобразительного, и поэзии, и литературы, сыграла роль, как ни странно, бульдозерная выставка. В этом году будет 50 лет бульдозерной выставки. Она была в 1974 году. Я участвовал вместе с
другими художниками мы не имели возможности выставиться. Все галереи, как и армия, там и банки, все принадлежало государству. Но мы подумали, может быть, воздух не принадлежит, понесли на пустырь. Но воздух, оказалось, тоже принадлежит. Там наши работы уничтожены были бульдозерами и руками там профессионально дерущихся ребят, искусствоведов в штатском. Но после этого вот Монастырский сказал даже мне вот лично, он сказал, ну, когда мы обсуждали это, он говорит, я был на бульдозерной выставке как поэт, я был поэтом. Я стал художником, когда увидел, что можно выйти за город. И вот тогда началась группа поездок за город, прямо сразу после осени бульдозера. Они поехали за город и стали делать эти концептуальные явления. То есть вот где-то бульдозерная выставка, которая была выходом из шкафа идеологического на публику, сыграла очень большую роль. И мы очень много об этом говорили и так далее. Просто эти воспоминания, может быть, вам о том, как появилась эта группа, как появился этот термин именно на границе между изобразительным искусством и вообще названием как течение в искусстве и литературой. Вот. Это появилось, конечно, не в России, это появилось немножко раньше в Америке и во Франции, но это не важно. Но если считать русских авангардистов, эти лозунги первой ласточкой, так сказать, неосознанной, потому что термин не был рожден, концептуализм в тот период, то, конечно, вот эти лозунги совершенно безумные, на кровавом фоне, они и были первым концептуализмом. Вот все, что я хотел сказать. Потеря Рубинштейн – это, конечно, потеря не только для его друзей и поклонников, это потеря большая для страны, для России. Потому что некоторое время назад мы много спорили с женой. Я часто ездил в Россию 24 февраля, и она меня спрашивала, а что ты там забыл? Я говорю, в России есть люди, люди, которые символизируют для меня мою Россию. Назови хотя бы одного, говорит мне Лена. Я говорю, ну, конечно, если одного человека назвать, то это будет Левочка Рубинштейн. Почему? Потому что это человек бескомпромиссный, с чувством юмора и без ненависти. И с талантом большим, огромным талантом. Я перепостил в свой Facebook сегодня замечательную заметку, несколько страничек Михаила Айзенберга, в которой дан краткий очерк, собственно, творческих особенностей Семеновича. Это очень толковая и хорошая статья, я вам от души рекомендую. Там я, к сожалению, не литературовед, поэтому... Но я обратил внимание вот на что в прошлом году. Левочка, я очень долго не понимал, зачем нужны стихи Егора Рубинштейна. Долго не понимал, лет, наверное, 15 не понимал. Ну как, ну это профессионально, очень мило, хорошо, но смысл течет. Поскольку я как сам себе традиционалист, там Серебряный век, как недавно издеваются. Ну, потребовалось некоторое время, чтобы я наконец понял, что это все большая литература. По-настоящему большая литература с великолепными приемами и очень тонко построенная. И я думаю, что будущим литературоведам будет над чем поработать и над Пригом, и Рубинштейном, которые два главных для меня представителя того, что называется концептуализм, и у которых есть общее качество такое талант, сам талант, изобретательность, новаторство, само собой. Но главное, у них есть литературный дар, сердце, синоним в данном случае. Хочу привести маленький пример. В прошлом году Лёва, а кстати, все звали Лёву Лёвочкой, все кого его звал. Мне его смешно называют Лев Семенович. В прошлом году Левочка, значит, упражнялся в следующем жанре, который сам придумал. Все долго не могли понять, зачем. Он брал желтую прессу, она же постсоветская пресса, что синонимы. И брал из нее, ну, интернетовские эти самые все, из СМИ, как сейчас говорят. И брал из них заголовки.
и без всяких комментариев печатал их под заголовком «Мир новостей» в столбик. Получался такой текст, который, ну, я сейчас прочту один образец. Женщина украла посылки с крылец ради рождественских подарков. Пенсионерка отбилась лопатой от вломившегося в ее дом голову мужчины. Порномодель основала приют для животных благодаря своей груди. Учительница принесла в школу змею ради популярности в сети. Гусей поставили сторожить заключенных в тюрьме вместо собак. Появилось видео фатального нападения загадочного животного на туриста. Мужчина снял неизвестное черное животное на своем участке и всполошил ученых. Пожилая женщина выпала из окна в попытке спастись от соседки-психопатки. Студенты избили мужчину за тайную съемку обнаженных девушек в ванной общежития. Женщина 2 часа проработала официанткой кафе, украла деньги из кассы и ушла. Стало известно о тысячах, способных лишить жизни в зеленых книгах в библиотеках. Точка. Вот зачем это? Читаешь это, а таких штучек у него было, не знаю, 2 дюжины, наверное. И вдруг волосы встают дыбом. Начинаешь понимать, что позавидовал бы и Хармс, и Гоголь, и Салтыков-Щедрин. Потому что за пределами этого текста существует, вот хорошо бы их собрать в один текст, но он не успел, критическая масса таких текстов. Заголовка сети говорит о нынешнем уровне развития общества не меньше, чем Гоголь, Салтыков, Щедрин, к сожалению. Почему? Потому что здравый смысл, чувство юмора, великолепное владение русским языком остаются как бы за скобками. Но они проливают яркий свет на эти, в общем, лжетексты, будем их так называть. И потом замечательный у него был проект «Мой календарь». Сочетание кусочков островного календаря советского с бесхитростными якобы историями из жизни, из детства в основном. Это так трогательно и так по-человечески хорошо, что просто читаю их, и сейчас вот от слез не могу удержаться, когда открываю снова этот Facebook. Жалко, что его с нами нет. А еще я прочту стихотворение свое, которое посвятил Левочке еще при его жизни. Не знаю, лет, наверное, 7 назад, 8. 1. Сам себе господин. 2. С утра трещит голова. 3. На себя посмотри. 4. Пусто и душно в квартире. 5. Нечем на зеркало принять. 6. По заслугам и честь. 7. Воздуха нет совсем. 8. Поматросим и бросим. 9. Ничего не поделать. 10. Календарь над стеклом повесить. 11. Поздняя мутная улица. Ни с чем уже и ни с кем не рифмуется. 12. Пора домой. Чего мы с тобой ждем? Под колокольную бронзой Родины. Престарелым ее дождем. Спасибо. Единственный литературовед, то мне и отдуваться. Я познакомился позже с Левой, чем Бахрит, чем Виталий, конечно. И позже, чем Володя, я думаю. Мы познакомились, мне кажется, в 88 году, когда он приезжал в Свердловск, и у него было опубликовано, может быть, одно стихотворение, самое такое, еще начало перестройки было. Был огромный набитый зал, тогда назывался ДК автомобилистов. Это была переделанная церковь, потом ее обратно переделали в церковь. Вот, может быть, я потом, конечно, много раз слушал, как Лева читает, но вот сейчас вспоминаю это все, мне кажется, что тогда был тот же самый эффект, тогда был совершенно потрясающий эффект вот, его чтения. И я даже не написал небольшой текст, я не буду его читать, но я буду как бы от него отталкиваться. Лева еще, кстати говоря, был тогда с кудрями до плеч, такой очень хиповский, да, они приехали с Парщиковым, у которого, в свою очередь, была целая копна волос. Вот. И это было как бы явление совершенно новых поэтов, веселых, смелых, смешных.
И, конечно, они не выглядели классиками, хотя, конечно, к этому времени у Лёва уже были написаны многие его важные тексты, в том числе вот, вот в «Палевом тумане». Вот, ну, впечатление от Лёвина учения было ошеломительным. Щуплый, он был именно щуплый, невеликого роста, он каким-то чудом создавал вокруг себя огромное гулкое пространство. А во время его знаменитых пауз, когда он ритмически откладывал пустые карточки, сердце замирало, как на качелях. Были композиции, в которых после пустых карточек ничего не следовало. И это было самое жуткое, чистый ритм, без слов, которые уже стали бессильны. Я потом много раз слушал его чтение, и среди них не было неудачных, хотя он редко читал один и тот же текст одинаково. Лёва всегда читал с невероятным, хотя и приглушенным артистизмом. В нем звучал хор голосов, но все это были его голоса, с его интонациями, с его неповторимой тональностью. Самыми поразительными при этом становились почти банальные размеры, как вот мы вот сейчас слышали, которые как бы постепенно выдвигались на первый план, чтобы внезапно оборваться или постепенно заглохнуть. У него есть строчка: важно и в шуме найти ритм и порядок. Вот это, собственно, он и делал. И вообще, мне кажется, что все вот эти его композиции на карточках, их должны анализировать музыковеды. Я много писал об этом, много писал о его стихах, о его прозе. Но его стихи устроены как разговоры ритмов, как бы такие ритмические линии, ритмические блоки, кластеры. И они вот... В «Палевом тумане» они один следуют за другой, а уже в «Это я», вот то, что Володя читал, это по сути дела, вершинный его текст, они так сложно переплетаются, там выстраиваются мосты, там имена, которые появляются в начале, возвращаются в конце, как имена авторов произведений, и все это выстраивается в такой симфонический какой-то оркестр. Не случайно после этого текста Лёва очень надолго перестал писать стихи, лучше уже было невозможно, мне кажется, написать. Вот, но сам вот этот принцип движения через разные голоса, разные стереотипные фразы, смешные фразы, цитатные фразы, к прорастанию ритма, он был у него с самого начала, и я хочу прочитать очень маленький фрагмент из его относительно раннего текста, который называется... Это текст 84-го года. «Шестикрылый Серафим». Понятно, собственно говоря, что чего там ожидать, но никакого Серафима очень долго нет. Есть рассказ лодочника, продолжение, и смех и грех, окончание рассказа лодочника. Не удивляйтесь, это я. Вот есть «Лёвушка, иди к нам», и «Александр Маркович, а мы к вам». Вот есть там всякие смешные фразы, но среди них появляется «Перестами легкими, как сон», «Прощай, свободная стихия» и все такое прочее. А заканчивается это очень редким для Рубинштейна, непародийным, на мой взгляд, текстом, потому что вот везде, где возникает рифма и метрический размер, это пародия обычно. А тут нет. Тут нет рифмы. Невольно вскрикнув от внезапной боли, он повернулся на спину, затих, и все вокруг затихло. Тишину ничто не нарушало, кроме капель, дождя и голосов на переправе, торгующихся с лодочником. Тот, ссылаясь, очевидно, на погоду, накинуть требовал. Другие голоса с ним спорили. И эта перебранка не кончится, казалось, никогда. Потом он снова потерял сознание. И сколько так он пролежал, минуту, неделю, год, столетие, никто сказать не может. Но сияло солнце, когда он вновь открыл глаза и понял, что вновь родился. Понятно, что этот лодочник, это, конечно, хорон, и в сущности это и есть ситуация пророка со смертью и рождением завтра. Вот. Если у меня еще есть пару минут. Мы с Лёвой встречались как бы нерегулярно, но часто. То я приезжал в Москву, то мы встречались на каких-то конференциях. И всегда это было так, как будто, ну вот мы вчера расстались и вот продолжаем разговор с того же места. Причем я, честно говоря, даже не помню, когда мы с ним перешли на «ты». Может быть, сразу после того чтения, может уже
другой раз, но он вообще очень легко со всеми переходил на «ты». И он всегда знал, куда нужно пойти выпить хорошо. Я помню, как, когда мы встречались в Красноярске, он всем говорил, надо идти в фон Барон. Там был такой ресторан, фон Барон. Где-то... Его уже знали там. Вот. И не то, чтобы он там прям пил-пил. Ему было веселиться, и все вместе с ним веселились. Вот. А ну, действительно, в середине 90-х годов, уже многое из этого читалось, он стал, как тогда говорили, колумнистом. Да? Но, как вот уже все знают, уже он выпустил потом несколько книг. Эти колонки были построены, в общем-то, по тому же принципу, что его стихи. В них всегда было несколько тем, в них всегда было несколько анекдотов или каких-то очень смешных ситуаций. И все это выстраивалось в какую-то удивительную музыкальную композицию. Да, первым был вот этот вот сборник, у меня есть, я ужасно горжусь, «Случай из языка». Вот, и тут, на мой взгляд, каждый текст шедевр, тут есть... Появляется выражение «нормунды», то есть «народные мудрости». Или же там рассказ о родственнике, о котором жена говорила, что он мухи не укусит. Или же загадка из словаря «Во мне 2К, не забывайте, таким, как я, всегда давайте». Речь идет о чем? О слове «аккуратно», разумеется. Или же, как бы услышанное случайно, такая мелодраматическая фраза «Уйди ты нахуй из моей судьбы». Ну и так далее. «Еврей сосну любит», «Куры авторские». И, конечно, вот мы слышали «Мой сурок со мной», но сурок появляется и в этой прозаическом тексте, где он выясняет, что все, что мы знали о Бетховене, было неправдой, что тот сурок, которого этот музыкант якобы с собой таскает, это, в общем-то, не сурок, а сумка. А «Векаля Мармута» — это заплечная сумка. Сурок очень плохо приспособлен для выступлений. Он спит сегодня. Вот. И Лёва при этом пишет, что «но мы не отдадим нашего сурка». Все равно этот сурок, все равно он остался. Это фантастический сурок, да никакого сурка нет. Но как бы в памяти вот тех поколений, которые играли на пианино этого несчастного сурка, вот он собственно, и остается живым и невредимым. Вот, еще не были написаны для этой книги текст про, так сказать, богоподобного трикстера Геннадия Снегирева под названием «Бобровая струя». Вот, он у меня заложен, я просто не хочу отнимать времени. Или же там про сантехника, который на профессиональном жаргоне объясняет проблему с туалетом, что крупная кала пошла. Вот, ну и так далее. Он много писал, и, конечно, это неровные тексты. Есть абсолютно гениальные, есть проходные, но невозможно все время писать шедевр, когда нужно писать их каждую неделю. Вот. И я думаю, что когда-нибудь будут собраны под одной обложкой лучшие прозаические тексты Рубинштейна. И тогда станет ясно, что комическая его проза – это и есть тот самый ритм, который он добывал из шума языка в своих поэтических композициях. Поэтому мы так держимся за его шутки и анекдоты, которые неизменно звучат в голове его хрипловатым голосом и с его интонациями. Это наша музыка, и она никуда не денется. А последний раз я виделся с ним в 2020 году, когда он приезжал в Нью-Йорк на фестиваль, который я устраивал в Колумбии, «Супернос». И он провел огромный концерт, я думаю, многие здесь присутствующие на нем были. Вот. Его сейчас многие называют как гением места, говорят, что вот Москва была его топосом, и в Москве как бы все его знали. И действительно, вот выходишь из метро и встречаешь Лёву, это не вранье, это так и что у него происходило. Но Нью-Йорк оказался тоже вполне органичной средой для него. И, как и всегда, зал был забит людьми, половина из которых говорила с ним на «ты». И просто к вопросу о том, как то, что он пишет, стало, ну, как бы частью, ну, не языка, но частью воздуха. Мы как раз после этого чтения пошли куда-то посидеть. Я говорю, Лёва, я вот прочитал такую интересную, смешную историю о том, как вот двое мужчин в аэропорту разговаривают, и один явно жалуется на простатит и говорит, я стараюсь,
а из него раздается лишь благодарность. Но что Лёва говорит, так это же я написал. Вот на этом я и хочу заключить. Много о творчестве Льва Рубинштейна. Когда он умер, ну, у меня просто оборвалось сердце, и я сразу же написала небольшой эссе, одна страница. В 14 лет, когда я была в Артеке, вожатые собрали нас у костра, чтобы мы по очереди назвали самое главное качество, каким должен обладать советский человек. И все послушно говорили, что советский человек должен быть стойким, мужественным, честным, принципиальным, добрым, умным. И только я, как всегда, не представляла, что советский человек должен обладать чувством юмора. Сейчас, вспоминая о Льве Рубинштейне, я думаю, что он и был таким, только не советским, а антисоветским человеком. Мне всегда было хорошо и очень весело с ним. Он освещал своим присутствием любую компанию. Последний раз мы виделись несколько лет назад в гостях у Саши Стесина. На другом конце стола спорили о чем-то умном, а на нашем с Левой конце стола пели задушевные песни нашей юности. Лева, конечно, лидировал. Он обожал петь и заражал своим энтузиазмом всех окружающих. В тот день он плохо себя чувствовал, подцепил на свое чтение желудочный вирус. Но для него это были пустяки. Он принципиально не желал болеть, а наоборот хотел получать от жизни максимум удовольствия. Да, он ничего не ел, периодически срывался в туалет, но, возвращаясь без остановки, шутил, и мы хохотали, как дети. Я всегда испытывала к Лёве не только любовь, нежность и благодарность. Я всегда ощущала себя рядом с ним молодой, красивой и неотразимой. Мы жили в разных странах, виделись очень редко, но я часто о нем вспоминала и постоянно просила мужа почитать мне что-нибудь из Лёвы. Мне очень нравилось то, что он писал. Он был умным, интеллектуальным, искрометным и очень своим. И Россия казалась не такой уж страшной и пугающей, потому что в Москве жил Лёва. Сейчас его не стало, я испытываю боль и одиночество, но вместе со мной это чувство делят тысячи его читателей по всему миру. Мне будет его страшно не хватать, его доброты, ума, великодушия, обаяния и изумительного чувства юмора. Поехали. Мадам, напоминает, врешь, не было этого, не было, Шицу. Я говорю, не было, убью. Было, черт возьми, взвыл, понял, какому человеку, каково человек, когда ему не верит. Пауза. Ты мразь. Волки. Волки, чтобы вам сдохнуть. Волки. Аминь. Привыкаешь к нам? Ничего. Везде люди. Сначала не видишь этого, потом глядишь, окажется, все люди. Ничего. Когда я пьян, мне все нравятся. Да. Прекрасно. Человек свободен, он за все платит сам, за веру, за неверие, за любовь, за ум, человек за все платит сам. И поэтому он свободен, человек, вот правда. Это не ты, не я, не он, не это ты, я, он, они. Все в человеке, все для человека, только человек, человек. Великолепно. Это звучит. Надо уважать человека. Не жалеть, не выпьем за человека. Хорошо. Хорошо это чувствовать себя по-человеку. Человек выше. Человек выше. Я, брат, боюсь. Понимаешь? Трушу. Потому что же дальше? Кого бояться? Как помню себя, уж как-то неловко. Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался. А зачем? Не понимаю. Ну все, как во сне.
Да, я все думаю, что это глупо. Я все зачем-нибудь родился. Вероятно, человек рождается для лучшего. Пауза. Помолись за меня. Чего? Помолись за меня. Сам помолись. Эй ты, сикамбур. Верблюд – это вроде осла, только без ушей. Ты сам вроде осла. Ушей вовсе нет у верблюда. Он ноздрёй слышит. Умница. Жулики все умные. Хороший человек, он и глупый, и хороший, а плохой обязательно должен иметь ум. Насчет верблюда, наверное, он животное ездовое, рогов у него нет и зубов нет. Народ, где народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай, я угощаю, кто в углу? Ужин, барбос, брюк, брюк. Брюк, индюк, не лай, не ворчи, пей, гуляй, нос не вешай, всех угощаю. Братцы, я ноги промочу, промочи горло, только всего, милый ты, поешь и играешь, все. По тебе ведь ты только пьяный и похож на человека. Эх, как бы мое рыло некрасиво было, так меня бы кума моя вовсе не любит. Азиат я, братцы. Отстань. Ты, брат, теперь тю-тю. И не будешь ты, и не дядя, а просто теткин муж. Человек без племянниц, не дядя. Отставной козы барабанчик. Иди сюда. Садись. Запоем мы, брат, любимый мой. Запоем мы, брат, любимый мой. Ночь, спать надо. Когда песни пою, шум бывает. Ах, жители вы мои милые, на дворе-то, холод, слякоть, будочник мой здесь, бунтарь, я, и холодно, слякоть. То-то, Алёшка, Алёшка, вот он, я, Алёшка, я, все по совести, вот, это ты врёшь, мозг у меня даже очень есть, дурак, а ты будто не видишь. Зачем сорочбы уносить? Алёшка! Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет. Петь будем всю ночь. Братцы, многому человеку надо. Вот я выпил и рад. Запою, заплачу. Эй, вы, иди, иди сюда. Там человек отвалил, отвалился. Сам себе удавился. Эх! Испортил песню, дурак. Стихотворение это называется на английском Between Thursday and Friday. I dreamed that the light was extinguished out there in the expanse. The voice crying in the desert could no longer be heard. The world had dissipated. Never to return, only glass staring into glass, fleeting, inarticulate. I dreamed that you and I were saying goodbye on the bridge. We are tired, but we will rest later. Nature is not purposeless after all. We are hardly guaranteed a splendid reception. And you and I can't guess what will happen in a day, much less two. Our last meeting. Let's say goodbye on the bridge. I dreamed that you lay down on the sand forever. Who could understand turmoil better than him? And everything that was not as it really was, and that the message was unclear. There is our dear friend hovering above the earth. Let us go where the water won't flow, where the rain flakes and crumbles, where there are shrieks and pitch black darkness. Let us go. It's time to leave this place. We thought we'd be living our lives, and now this.